Здравствуйте, дорогие друзья! Спешу вам сообщить, что мы с моим коллегой Прохором наконец-то закончили работу над нашим новым и очень прекрасным альбомом под названием «Тлен». О чем этот альбом? Этот альбом о очень простых, но таких важных вещах, как любовь и смерть. Это песни о любви, человека к человеку, человека к природе, человека к Богу, Бога к человеку и смерти человека в природе и везде и так далее и тому подобное. Вся пластинка пронизана таким краеугольным камнем красной нити под названием «Мудрость». Это песни мудрых людей о простых вещах. Дело в том, что однажды случится правильное. Все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей сразу. То есть диск, конечно, безусловно, интересен и очень важен для всякого уважающего себя меломана. По музыке это можно обозвать как, наверное, постпанк-буги. Это по-стариковски, но очень бодренько и задорно. И по этому поводу, как вы понимаете и догадываетесь, мы объявляем акцию по сбору средств на физическое издание этой прекрасной пластинки. Вы можете приобрести все различные акции и тому подобное и перечислить там свои, так сказать, кровно заработанные пятаки. И будет всем вам и, в общем-то, всей галактике счастье. Присылайте побольше, дорогие друзья. Спасибо, всегда ваш товарищ Пузо. Когда все свой